Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Angry Neighbor. Angry сосед. Просто не знаю, как это перевести на русский. Пелагами. Повар спрашивает повара. Ждем, когда загрузится. Сейчас я поиграю на игру, но вы это не видите. Так, сейчас надо включить электричество. Я тогда неправильно сделал. Так, подходим и забираем себе ключик. Берем его в руки. Так, берем его в руки и подходим вот сюда. Нажимаем на вот этот вот круг в круге и там круг открываем. Потом нажимаем на полный круг. Круг, в котором есть еще один круг, а этот круг полный. Ребята, я тут кое-что нашел, а кое-что прикольное. Можно пробраться к соседу на крышу. Именно на крышу. Прикиньте. Сейчас я вам это показываю, как это делать. Так, для этого мне есть... Нужно будет вот эта вот смазка. Ой, все, я две-то коробки взял. Сейчас одну надо будет выкинуть. Пошла сюда. Так, все, побежали. Что мало FPS. Ну, как на второй этаж. Чуть типа второго этажа. Вот оно, это место. FPS соседа вижу. Ну, хотя бы сейчас в этой игре не такой агрессивный, как в настоящем Hello Neighbor. Смотрите, приколюха. Все, мы идем, можно сказать, по воздуху. Басти по воздуху. Какой-то залезки мы идем. Ай, пали. Так, давайте сейчас это вот окно, ребята, разобьем. Быстро, 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 пролазим. Быстро вылазим. Чтобы установили конец слова соседушка. Соседушка, дедушка. Сейчас надо будет ему повсюду разломать окна. Так, еще вот это надо взять. Отлетим, будем разламывать ему окна, чтобы мы в любой момент могли выбежать. Куда подальше от этого соседушки. Так, еще. Так, вот этот работает. Как что-то нету. Реакция. Кидайся. Стоп, я все сделал себе бесконечные. Тут вот. А нет. Только светотик остался теперь. Сюда сломать, как вы думаете? Давайте. Да не попал. Туда невозможно, ребят, пройти. Так, еще где-то тут, помню, у соседа в каком-то месте кое-что было. Помню, у него где-то что-то типа рубильника было. Не лови меня, пожалуйста. А вот ты сейчас вообще не понял, как ты выдержал. Mm.
это видели? Офигеть. Это, блин, на второй этаж. Как? Как я это сейчас прошел? Как тебя открыть? У меня соседа еще в каком-то месте был рубильник. Давай лови меня быстрее. Так, я забыл себе окно разбить. Чтоб по-быстрому выходить. Так, ломаем его себе. Так, повязали. Опять ты здесь, а? Сет, хочешь меня ловить? Так, повязали, повязали. Да, если не так надо. Ребята, бежим. ФПС просела куда-то. Лох, не догонишь, не догонишь. А мы тут так спокойно стоим, халух. Так, сейчас надо набрать себе вот этих вот весей и забаррикадироваться как только можно подальше от соседа. Да, нам надо будет забаррикадироваться сейчас от него. Давайте кидаем один стул сюда, второй тоже сюда, и второй тоже сюда, и третий коробку сюда. Так, тебя собираем. Если это дверь, ты можешь меня не брать. Эй, рубильник, ты чё, как работаешь-то? Там все когда-нибудь со мной сотрудничать будешь? Так, здесь я ему все окна поразбивал. Вот здесь я ему не все окна поразбивал. Так, разбили. Ну что, дурак? Сосед. Сосед. Он слепой, ребят. Он слепой, я вам все сто говорю. Он реально слепой. Он меня даже не заметил. У него там что-то вижу. Но он не берется. А, это вентилятор. Тебя открыть все воздух. Нет, не открывается. Ребята, я потом посмотрю какую-то игру проходить. Попробую ее так же пройти. Так, бегаем вокруг дома тут и вон у вас. Помню по видео, человек просто взял и отсюда где-то из стены взял себе кувалду. Точно так же пытаюсь это сделать, ничего не выходит. Все, видели? Нет кувалды. Там потыркал, потыркал. О! А нет, есть. Прикол. Сейчас самое главное, что меня сосед не спалил и не убил. Так, давайте берем это. Бежим к соседу на задний двор. Да, то место, где мы видели. Второй этаж. Там, на то место мне сейчас и надо. А вы что хотели? Только я пока что про это, про то место забыл. Забыл я про него. Так, залезаем и сюда.
ли не ломаются эти? Давай ломайся. Ребята, оно не ломается. Что за фигня? Оно не... Оно не хочет ломаться. Ребят. Оно не хочет ломаться. Сейчас мы подождем, пока он оттуда отойдет. И попробуем отломать. Там доски. Он там стоит. Я в школе с друзьями пытался пройти, ничего не получалось. Сейчас у меня хотя бы кувалда есть, я могу там доски отломать. Может ловить меня. Так, оббегаем. Туда сейчас надо еще раз попробовать. Хотя, скорее всего, здесь ничего не получится. Открываю все. Тогда еще одно место, которое нам наверняка надо будет открыть. Ребята, он пока что там. Так он пошел туда. Когда он пойдет туда, мы запрыгнем в окно. Пробежим к моему нужному месту. Месту назначения, так сказать. Кто это? Так, ждем. Не из игры. Так, смотрите, он здесь. А, он здесь. У нас единственный шанс. Ой, заходи быстрее. Когда ты дурак, ты не можешь пролезть в окно. Или когда ты толстый. Ребята. Сейчас чуть-чуть было, он меня заметил. Я понял, он недолго там сидит. Так, он там недолго сидит, и поэтому надо действовать как можно быстрее. Поймал все-таки. Так, ну все, что я увидел, что мы открыли тут дверь. Нет, мы ее не открыли. Сосед, ты издеваешься? Мы же открыли эту дверь. А да, все открыли. Все, мы в нее пройти не можем. Эй, сосед. Ладно, ребята, будем на этом заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.